Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в Хиссарон-группы. И вот у нас в Москве на второй день конгресса будет физическая встреча. И само по себе конгресс – это очень большое кли, это очень тяжелая нагрузка внутренняя, чтобы включиться и так далее. А когда мы физически рядом и близко, это намного труднее. Нагрузка намного больше, и как это выдержать? Что вообще делать здесь? Когда мы встречаемся в физической форме, мы должны делать всякие действия так, чтобы эта физическая связь, она не заслоняла нашу внутреннюю связь. Потому что физически вроде легко так очень обнять товарищей, вместе поднять лохаим, вместе быть во всем как бы. То есть физически я нахожусь с ними вместе, а где я с ними в духовном связан, в нашей духовной связи. И поэтому мы здесь должны готовить себя, чтобы эта физическая встреча, она не затушевывала, не заслоняла наше духовное состояние, чтобы духовное сближение выиграло от этого. Это главное. Поэтому, когда люди встречаются, сидятся вместе на уроке, на трапезе, на всяких действиях, то, что так уважаемо каббалистами, то, что мы делаем десятки. Прежде всего, мы должны думать, как подготовиться к этому так, чтобы физическое объединение только увеличило наше внутреннее объединение духовное, чтобы оно выразило наше духовное объединение. Потому что в духовном нет слов. На самом деле нет там слов. И мы не можем это выразить словами. Так вот, мы хотим это выразить всякими формами соединения между нами, когда мы говорим, когда мы носимся, смотрим друг на друга. То есть так, чтобы выразить в материальном виде наше стремление сердец, наше устремление друг к другу.